18 марта с 8 утра на территории города открылись 40 избирательных участков, на которых были подготовлены все условия для проведения выборов. Хасавюрт показал один из самых высоких явок среди городов и районов республики. Всего правом голоса могли воспользоваться 65 109 зарегистрированного числа горожан. К 15 часам в выборах приняли участие 44 048 человек, что составило 67% от общего числа избирателей. Кабида Гирова – старейший избиратель города, женщине 114 лет. По состоянию здоровья, в силу своего преклонного возраста, не смогла явиться на избирательный участок. Подав заявление на участие, посчитала своим долгом обязательно проголосовать, пусть даже дома. Много чего видела в жизни. Рано потеряла мужа. После этого она нас четверых вырастила. Мы все, значит, пойдем на выборы, как один, и проголосуем. Каждый отдадим свой голос. На территории города с 8 утра открыты 40 избирательных участков, в которых созданы все необходимые условия. Для того, чтобы сделать свой выбор на один из избирательных участков, прибыл в РИО министра транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан Сагид Паша Умаханов, высоко оценивший организационный уровень проводимых выборов в Хасавюрте. Полностью, в целом, команда города, администрация готовилась к выборам. Сегодня вот с 8 часов все избирательные участки открылись, проблем никаких нету, дисциплина, порядок, наблюдатели есть, желающие, все прозрачно, видеонаблюдение, генераторы резервные, если вдруг отключение, никаких проблем нету, никаких помех нету, главное, чтобы люди пришли и чтобы проголосовали. Воспользовавшись своим конституционным правом, проголосовал и глава Хасавюрта Зайнудин Акмазов, который подчеркнул, что народ, выбирая достойного руководителя страны, определяет для себя достойное будущее. Для горожан это выбор каждого гражданина, он выбирает будущее России. Уверен, что каждый житель города сделает правильный выбор. Самое главное, придет и проголосует. Свое отношение к выборам выразили и горожане, которые пришли на участки и отдали свои голоса за достойного кандидата. Нам для благополучия президент хороший нужен. Желаю всем, чтобы все хорошо было, у нас мира было, войны не было. Чтобы о нас заботился президент. Кроме того, артисты Дворца культуры «Спартак» создали праздничную атмосферу на избирательных участках, чтобы горожане в полной мере смогли насладиться главным событием страны. Бика Сулейманова, Расул Гаджиев, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».